Так, готова первая партия. Вот они все, видите, с буковкой R на борту системы, то есть Ready. Готова первая партия механических автоматов для второго гирбокса. Для второго гирбокса. И что у них в особенностях? Ну, понятно, никаких плат, никакой электроники. То есть, все, что надо, это воздух. Все, что надо, это воздух. Стреляет автоматическим и одиночным режимом огня. Система Close Bolt. Хотя изначальное положение нозля задвинут. То есть перед выстрелом нозл выдвигается, дальше происходит выстрел и нозл отходит назад. Система готова к следующему выстрелу. Встает все это во второй гирбокс. Все это дело встает. Сразу я предусмотрел систему с гайкой для крепления камеры хопапа. Так, ну, ладно, гайки у меня нету здесь, но тем не менее сделан перед разборным, то есть скручивается вот эта деталь, накручиваем специальную проставочку для использования гайки под камеру хопапа, так называемую гайку Югова, назовем ее так. Вот. То есть камера хопапа вставляется вот сюда, вот в этот, в эту проточечку, и гайкой поджимается, мы получаем сплит-хоп, то есть жесткое крепление камеры хопапа к системе. Вот. Все это живет во втором гирбоксе. Будет и к третьему гирбоксу версия, то есть спусковой механизм есть, разработан, готов. То есть вот вставляется это дело, закрывается, собирается. Давайте постреляем. Подключаем воздух. Рабочий диапазон где-то от 100 и выше, хоть до 200 PSI. Чем выше давление, тем больше выхлоп, тем больше скорострельность. То есть, ну, сейчас я просто покажу, как зависит скорострельность от давление, то есть сейчас вот, допустим, давление 115 пси, сейчас, по-моему, поменьше я сделал, сейчас глянем на манометр. Так, одиночка. Ага, сейчас 100 пси. На 100 пси у нас скорострельность низкая и выхлоп тоже, соответственно, не очень высокий. Если поднять давление, выхлоп растет и растет скорострельность. На самом деле скорострельность и выхлоп меняется несколькими механическими параметрами. Покупатели получат, естественно, полную инструкцию. То есть, вот я повышаю давление, и мы наблюдаем уже совсем другую скорострельность. Можно еще поднять скорострельность. Короче говоря, это регулируемая вещь. Вот. Работает все со стандартной планкой. Ну, в данном случае печатная планка. Поскольку родной спусковой крючок, у нас используется родной предохранитель, работающий с этой планкой, то есть вы не нажмете вперед спусковой крючок. Значит, в положении полуавтомат мы стреляем как полуавтоматический огонь, причем с той скоростью, с которой это механический спуск, абсолютно без разницы, с какой скоростью вы нажимаете на спусковой крючок. Вот я очень медленно нажимаю. Выхлоп будет ровно такой же, как если вы нажмете быстро. С какой скоростью вы сможете нажимать на спусковой крючок? Ну, мне тут не шибко удобно. С такой скоростью полуавтомат и будет работать. Переводим планочку в положение автомат. И все стреляет в автоматическом режиме. Вот. То есть, опять же скажу, долго, конечно, все это шло до финального проекта. Ну, что делать? В конце концов, все получилось, и системы сейчас поедут мастерам, то есть людям технически грамотным. Они поставят это дело, постреляют, выскажут свои замечания, и дальше все пойдет в широкую серию, в жизнь. Спасибо за внимание.